И всем привет, это Альвина Салте и похождение по Талмониусу. За это не короткое время я успел сделать довольно-таки немало. Немножко постоял за кадром и получил вот уже 50 черной материи в этом и 59 тут. И еще я решил заняться другой материей. Вот, создал один только мир, ну, немножко занялся мисс-крафтом. Кто не знает, это такие книги, которые генерируют новые миры рандомные. Я также создал вот этот вот столик, которого чуть как всегда забыкованы, который дает нам Linkin Book, которая возвращает нас с любого места, с любого мира. Вот ту точку, где мы находимся. Делается она довольно-таки просто. Берется вот книжка, остается в то место и смотрится, где мы хотим появиться, ложим книжку и получаем Linkin Book. Ну, и желательно их, конечно, сделать две. Но это для тех, кто не знаком с модом Mistcraft. И после книгу ложим сюда. Тут не видно, но тут, по идее, есть кнопочки. Врубаем интролинк. Дишарм это не надо. И following. И все, эта книжка всегда с нами. То есть мы можем бежать в любом мире. Открываем ее, чпок, и появляемся в том месте, где мы ее запрограммировали. Также создаем рандомные миры. Вот выглядит рандомный мир. Берем перо и книгу. Вот, и создаем, допустим, рандомную книгу, после чего мы можем телепортироваться в этот мир. И для чего они нам нужны? Мы набираем вот такие вот знаки, после сюда ложим книгу, добавляем, так, я уже, честно говоря, забыл, как это делать, или ложим, мы еще не побывали, создаем, да, новую книгу из набранных, значков добавляем сюда, допустим, какую-то свою, сейчас что я добавляю, глайсер, добавляем вот биомы, там, размер биомов, ну и настраиваем книгу на такой биом, который нам нужен, и время там и прочие вот возможности. Подробнее об этом можно узнать в описании мода, но не суть. Я этим занимался только для того, чтобы показать кое-какие вещи. Так, дальше. Материю показал. Я создал индустриал крафтовскую материю. Вот, сделано это очень просто. Стоит, если я не ошибаюсь, еще вот там вот, как видите, 32 геотермальных генератора, которые работают на таких лавоцел. Стоит транспозер, который пополняет вот эти вот баночками из нашего энергоконденсатора. Сюда, если вкинуть 4 черные материи, то она забивает, как видите, полностью лава селами. Так что никакого, мне не надо никакого ада и не прочего. Так, этот таймер щелкает и наполняет их. Отсюда энергия поступает в 2 МСУ. Ну, пока они работают в минус, не справляются своей проблемой. Ну, масс-генератор чуть-чуть генерирует. И вот уже нагенерировал 59 метель. Не знаю, может, тут поставлю скрап-отделку. Это будет блок-брейкер, лава-генератор, блок-брейкер на Red Power и генераторы этой скраба, который надо будет подавать вот в этот слот снизу.
И что он нам дает? Он ускоряет производство вот этой вот материи. Для чего мне нужна материя? Я решил скрафтить вот эти вот ультиматы гибрид соляр панель. Делается она, как видите, очень сложно. Нужны иридиевые платы, сороус. И вот даже простые можно сделать, но они невыгодные. Выгодно сделать вот эти вот ультиматки. Их планирую в будущем сделать 8 штук, поскольку я в основном занимаюсь эквивалент ищенчий Томкрафтом, поэтому я думаю, все эти знают моды, поэтому все, что связано с индустриалом, в основном будет делаться за кадром и получается отчет. Так, значит, дальше. А с помощью такого крафта или специального мы можем получать кольца, то есть ведра даже возвращают. Это хорошо. Так, ведра мы сжигаем, потому что они мне не понадобятся на данный момент. Для чего я сделал кольца? Я хочу сделать свои любимые колечки. Вот, первое кольцо, вот это вот кольцо полета. Если у вас есть звезда заполненная, она даст вам летать. Так, это кольцо, кольцо стрельбы. Так, и теперь покажу, как они работают. Кольцо полета. Нам нужна заполненная звезда, и мы два раза нажимаем и летаем. Пока она у нас вот в этом вот слоте, она у нас активно работает. И как видите, я вот летаю без всяких причиндалов. Вот. Но она ест энергию из этого кольца. Также у нас есть, так, это можем положить, кольцо Архангела. Для чего она нужна? Сейчас ой, я забыл, что я ж не летаю. Как видите, это своеобразный лук с бесконечными стрелами. Ну, не совсем бесконечные. Эти стрелы у нас берутся из... О, кстати, я могу пользоваться уже не значком, а вот этим вот книгой. Вот, то есть на данный момент я так думаю, что пару предметов, такие как вот этот вот элементар крашер, я могу убрать. Этот я тоже могу убрать. Кольцо полета есть. White браслет мне уже не нужен, ибо это эффективнее. К сожалению, наш так, наш эквивалент Exchange, по-моему, не дает возможности телепортироваться. Так, значит, есть там возможность похожая, но это не то. Так, дальше я вспомнил, что есть гиперкинетик ленс. Вот она штука эта. Так, ой, опять не то что-то набираю. Так, заряжаем ее. И вот для этого я создал новый мир, чтобы показать, как она работает. Так, летим вот в этот мир. Так, что такое, не понял. А, я не туда жму. Так, телепортируемся. Вот мы появляемся в мире, в котором высота 89. Так. Что такое кинетик-линз? Это динамит переносной, как видите, и вот так, вы, конечно, ничего не видите. Это переносной динамит. Не понял. Ну вот, он взрывает все, и мы можем собирать ресурсы вот таким интересным способом. То есть так.
Ай, да, у нас, как видите, заполнен наш рюкзачок, из-за этого он не может ничего сделать. Так, это мы все скидываем, так, это не исчезнет. Так, теперь берем опять. Что такое, не понял. Ай, нам надо еще как-то близко находиться, оказывается. Вот она, наша шарик с ресурсами. И, как видите, мы получаем дофигище ресурсов. Правда, не тех, что надо. Те, что надо, у нас будут в самом низу. Вот, теперь, ну, это мелочи по сравнению с тем, что я хотел показать. Так, теперь мы берем наши две знакомые вещи. Так, на всякий случай это уберем. И создаем вот такую штуку. Catalyst Lens. Тоже ее усиливаем. Так, усиливаем, я сказал. Так. А, и она должна быть в руке, по-моему. Ой, опять не то нажал. Вот. Ну и раз пошла такая, как говорится, пьянка. Так, берем нашу черную материю. Запустим всю. Так, генерируем алмазы. Так, положим это сюда, где там. Это сюда и 64 алмаза. Так, вот. Ах ты ж. Ладно, и ты нам можешь пригодиться. Так, и что, начинаем переходить на крутые вещи, на черную материю. Так, это у нас курточка, штанишки, шапочка и ботинки, да? Вот. У нас полный комплект, значит, это мы тогда себе снимаем. Конечно, ботинок жалко, но пока мы все это все скидываем. Ой-ё. Так же скидываем эти мы замену найдем, но пока я с не хочу. Так, скидываем это на всякий случай оставлю. Так, и одеваем. Так, вот она защищает, ой, она делает защиту на 80%. Насколько, или 60. И вот такие мы становимся темными. Так, вот такой мы становимся темный красавец. Вот. Дальше делаем инструменты. Делаются они обычно просто из черной материи. Это черно-материальный меч. Так, самая любимая черно-материальная кирка. Ну, я, наверное, сделаю все инструменты, но, ой, не так. Черно-материальная, как она, мотыга. Так, топор. И кувалда, если я не ошибаюсь. Так, только я вот не помню, как она делается. Так, сейчас покажем. Это не проблема. Вот, это сделали. А, и только ножницы. И вот он, кувалда. Понятно. И ножницы у нас делают с таким макаром. Понятно. Так. Ой, себя оставляем. Так, кувалда и ножницы. Так, я не очень помню, как они работают, но
Меч, обыкновенная штука. Так, ой, как медленно ходим. Так, включаем крылечко. Бум. Ага, вот и наш. Ну, убивает и чем их плюс? Ух ты. Их плюс в том, что они не исчезают. Так, пойдем выложим черную материю нашу. Она мне не нужна. Вот в этом их очень огромный плюс. Так, это выкладываем. Алмазы тоже можем выложить. Это. Вот. Ну, все остальные приборы работают точно так же, как и обыкновенные. Их можно... Так, опять не ту кнопку нажимаю. Усиливать. Блин, опять не то нажал. Так, усиливаем все. И при наличии, насколько я помню, каких-то там... Так, где тут наш паразит находится? Вот. Иди сюда. Вот, при наличии вот этой звезды она нас усиливается. Но нас интересуют в будущем вот эти вот две штуки, которые делаются из этих вот красной материи. Как видите, для этого и нужна черная. И в конце получаем вот эти вот все инструменты в двух экземплярах, но все в одном месте. Так. И идем в наш экспериментальный мир. Так. Главное вот не забыть эту книжку, иначе потом будет не очень удобно возвращаться. Так, ну что, черная кирка черной материи. В обыкновенном режиме она бьет, как видите, просто непринужденно. Ничего в ней особенного нету. Но мы ее можем зарядить, и она будет бить еще быстрее. Также у нее есть, если я не ошибаюсь, настройки модов. Так, подождите, я забыл настройка. Так, вернуть предмет, чат, выбор игрока, зум, тур, чанджи, имер, тур, лектив, экстра функцион. Значит, нажимаем C. Вот. Она у меня совпадает с чем-то. Выбиваем 3 на 3. Так, дальше С. 3 на 3 в ширину и С в длину. Так, и потом еще у нее есть, по-моему, один на один. Ну вот. В чем ее разница? Также у нас есть черноматериальный молот, который вроде бы ничего особенного не делает. Молот как молот, но он тоже имеет функции. Так, иди. Мега импакт моды и нормал импакт моды. По-моему, он имеет только два режима. И мега импакт мода — это наш знакомый уже режим 3 на 3, то есть вот повторяет систему нашего. Еще можно усилить, так, но это только ускоряет скорость, с которой он рубит. Ну, то есть мы идем по прямой. Так, это наша штучка. Ну, Ноя, пикакс, это понятно. Дерево, это тоже, думаю. Это, ну, самое главное, я думаю, вот эта штука. Нажимаем и любуйтесь, какой огромный туннель делает вот эта вот штука. Это я даже не знаю, это, по-моему. Так.
Давай. Так, и попробуем ее. Ой-ой-ой. Так, врубаем наше кольцо. Так, огромный туннель. Опускаемся вниз. Так, уровень 2. Ух ты, сколько ж много мы получили всяких вкусностей. Так, всю эту вкусность мне сюда сбрасываем. То, что мне не надо, я тоже сюда сброшу. По-моему, все, да? Вот для этого нам и нужна, по идее, так, кирочка, чтобы опустить, допустим, на 12 уровень. Для этого еще свет поставим. О, мазики. И еще одно, что вот эти вот вещи, насколько я помню, они не чаруются. Ну, ибо они так вечные, они не ломаются, еще раз повторяю, ничего с ними не происходит. Так, вот он мой любимый уровень. И мы, в принципе, вот таким способом можем довольно-таки быстро набирать ресурсы. Также есть кольцо, которое нам даст делать автоматически. Так, вот это. Так, и вот таким довольно-таки быстрым способом мы можем намайнить себе плюс 100-500 этих ресурсов, нереальное количество. То есть, если у вас нет мучительного генератора материи, то вы можете вот таким способом все это делать. Как видите, туннели тут нереальные. Вот для этого, в принципе, я и выбрал чужой мир, чтобы свой не портить. Так, теперь идем смотреть. Так, что там у нас есть? Так, у нас есть черная материя. Попробуем сделать. Надеюсь, мне хватит что-нибудь с красненькой материей. Так, для этого нам придется очень много растратить. Так, все это сжигаем. Сюда и красная материя. 42 штуки. Так, у нас костюм получится. Так, хотя, в принципе, надо было бы, наверное, вначале по-хорошему сделать, может, инструменты или красный костюм. Ну, сделаем красный костюм. Красный костюм делается вот таким способом. Что-то я ошибся. Так, красный костюм. А, еще было дороже. Так, красный нагрудник. Штаны сюда. Красные штаны 2 раза Q. Так, красные поножи. Ну и красный шлем. Так. Ага, хорошо. Так, мы теперь полностью в красный шлем. И те, кто играют в теперь в Blood Magic, наверное, заметят, что текстуры очень похожи. Так вот, это и есть блэкмагические текстуры. Точнее, автор взял их так. Черная материя и черная. Ну и что? Сделаем себе кирку и меч из черной материи. Так, разложим для этого красную и возьмем черную. Надеюсь, этого нам хватит. Так, остальное в звезду. Иначе оно ничего работать не будет. Так, черная материя. Кирка из красной материи. И вот так, да, красная материя. И так, и вот так. Нет, ошибся. Еще дороже. Вот.
Это основные приборы, которые стоит, по мне, делать из красной материи. Все остальное советую превратить в... зарядилось. Ну и что, надо сходить в наш мир. Так, что так, блин, совпадает. Видно. Лонгшот и стандарт актива. Так. Красный меч. Стергон. Ух ты, стоял. Выбирает или бьет тех, кто загрелся на расстоянии при наличии EMC стоянгро, или все бьет. Ага, хорошо. И увеличиваем, да? Обязательно такие вот это. И что, поехали в наш мир, посмотрим. О, кстати, у нас сейчас ночь. Можем пойти погонять местную публику. Так, вот ты у нас будешь... Давай. Так, это действует мой медальон, поэтому я его уберу на время. Так, чтобы на нас кто-то загрелся. Где там? О, кто-то бежит. Ну, неплохо, зато не ломается никогда. И нам, и вот эта броня снимает, насколько я помню, 90% нашей атаки. Вот он меня бьет, и мне ничего не происходит. Для чистоты эксперимента уберем все медальоны. Ну, кроме этого, этот нам не помешает. Так, идем смотреть, как мы выглядим. Ну, а как видите, нам, в принципе, до фени его нападки. Так, возвращаемся домой. И я думаю еще сделать одно колечко, которое нам поможет немножко в добыче руд. Так, Black Holy Band, две черные материи и эти вот штуки. Так, мне надо две черные материи. Тут уже, наверное, наделалось. Да, вот одна материя. И вторая материя. Так, я, в принципе, этим кольцом никогда не пользовался и не очень помню, как оно работает. Так, подождите, когда я сунул свои кольца все. А, и они в сумочке, да? И мне нужны ниточки. Так, кидаем, даешь. Так, нитки имею. Так, ложись. Тебя сюда, тебя сюда. Так, сколько ниток? Мало ниток. Ладно, сейчас будет много. Вот. И забираем. И делаем вот это вот замечательное колечко. Угу. Так, Black Holy Band. Так, она не активируется. Так, у нее режимов нету. Так, я так понимаю, если она у нас лежит. Так, идем в наш тестовый мир. Так, и смотрим. Ух ты, как она сбивает. О, как работает. Ой, ё, темно, наверное. Как работает наша кирка. И радость в том, что она не ломается. Так. Ой, это не то. Или его надо сюда. Ага, вот. Теперь она активировалась.
теперь все, что мы собираем, будет попадать вот в эту сумку, если я не ошибаюсь. Сейчас увидим. Так, она же активировалась. Так, попробуем по-другому. Тыдыщ. Да, вот как видите, все попадает с помощью вот этих приборов. Мы сейчас можем спокойно собирать ресурсы и не бояться за переполнение нашего, как его называется, нашего вот этого. Ух ты, или эта сумка не успевает, как-то она странно работает. Так, 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 так. Я все вроде бы. Так, вот не помню я. Так, опа. Так, берем, выкапываем. Вот и. Ну, неплохо. Как-то на то закидывают, то не закидывают. Я вот этого не пойму. Ладно, еще попробуем. Как это кольцо работает, я, к сожалению, не помню, потому что я им никогда не пользовался. Потому что я не знал о его такой вот возможности. Во. Поменяем режим. Как-то я помню, она работала на расстоянии. А чё я мучаюсь? У меня же есть получше штучка. Во. Ну. Ну и чья штука лучше? Совсем про нее забыл. Только, как вы понимаете, если играть честно в эквивалент Exchange, то сколько прошло бы времени, пока бы мы бы сделали вот эту вот штуку. Угу. Вот я и вспомнил. Возвращаемся домой. И я так думаю, я уже понаснимал немало, сделал больше, чем я хотел. Серия, конечно, немножко такая нудноватая. То есть, как видите, колец у нас много. Я так попытаюсь вспомнить, что какая делает. И к следующей серии я попробую сделать вот эти вот все универсальные, которые вот в себя включают все кольца. Вот, все колечки, все причиндалы, вот эти вот, видите, камушки всякие есть, которые сделают, дают очень много. Так, кольца, вот эти вот, амулет ставит блок воды, это ставит блок лавы. Благоли банк, не очень помню, что она делает, но я так понимаю, она все засасывает в сумку, по какому правилу, не знаю. Игнишин, это я не помню, это я вам показал, это понятно. И гала, это я тоже не помню, что она делает. Это садит и вспахивает, часы замедляют, ускоряет время. Довольно-таки полезные вещи, что-то вроде томкрафтовского. Так, где я нахожусь, вот тут вот томкрафтовского. Вот этого вот, но это только ускоряет. А это кольцо, оно останавливает и ускоряет время. Так, это является штука универсальная. А, это заморозит.
Так, это что, Ring of Arcana? Это сбор всех других колец, как видите, вот собираются все четыре кольца. И они меняют цвет в зависимости от того, что вы включили, какой режим включили. Вот эти вот Body Stone восстанавливают нам ХП. Life Stone, по-моему, нас кормит. Mind Stone отбрасывает всех враждебных мобов. И Void Ring, ага, вот эта вот штука как раз и закидывает нам все в сумочку. И вот, нам надо будет сделать Void Ring. Ага, в принципе, я могу сделать. И проверить. Так, вложим сюда, и мне надо раз, два, две черные материи. Так, для того, чтобы нам его сделать, нам нужно вот это колечко и вот эта штуковина. Так, оп, 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 оп. Так, не понял. Void Ring. А, они должны быть деактивированы, насколько я понимаю. Ну, так, Void Ring. Оно уже начало работу. Так. Не то. Ай, блин, я не помню, как они активируются. Где заактивируются? Ой. Где? Вот, отключили. Теперь вот эта же кнопка. Так, мы встречали выйти. Так, кнопочка же. Так, отключили. Так, где мы делали? Вот тут. То есть они должны быть деактивированы. Так, 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 так. Где эта штука? Вот, Void Ring. Так, активируем. И что она делает? Ага, и она все работает, как и старое кольцо, да? Так, активируем. Где? Это выключить, это включить. Так, идем смотреть, как она работает. Так, пока у меня нету других медальонов, это мы восстанавливаем. Так, давай быстрее туда все, что мне не надо. Так, книжка сюда. Ага, этот ринг надо сюда закинуть. Так, вот она работает. Что ж, идем в мир и проверяем, как она работает. Мне очень интересно самому. Этим кольцами никогда не пользовался. Так, стреляем. Где наша сумочка? Ага. Тут у нас ничего нету. Все тут. Я так понимаю, да? Опа. Так. И что? А, ну я как понимаю, это смесь, но она чуть-чуть лагана, как видите, не все скидывает. Понятно, то есть она скидывает полезные ресурсы, всякий мусор она не собирает. Так, и проверим с теорему. Нет, вот камушки все тут. Угу. Ну что, возвращаемся домой. И это было Львина Золте со своими двумя любимыми модами. Эквивалент Exchange и Tomcraft. Tomcraft, как поняли, я закончил. А, значит, заканчиваем. Делать эквивалент Exchange. А, да, кстати, ух ты, иногда и вылетают. Но это, наверное, из-за того, что я путешествую. И идем посмотрим, сколько генератор нам нагенерировал материи. Так. О, уже целый стек. Так что в следующей серии постараемся закончить вот это вот все. Только интересно, почему я без штанов? Потому что штаны у меня на шее. Хотя, может, это Optifine. Всем пока. Спасибо за внимание. И до новых встреч.